И гаджи навие. Асхаб Герия вольной борьбой занимается 7 лет. МГФЦО, город Москва, где директором Хаджимурат Магомедов, олимпийский чемпион. Параллельный зачет, город Хасаюк. Тренирует борца Залимхан Гусейнов и Феликс Примильский. У Астапа Кириева он бронзовый призер международного турнира имени Шамиля Умаханова, а также бронзовый призер международного турнира Шевалье Нусуева. Синим трико Гаджи Набиев, ему 21 год, воспитанный Дишон Динамо, город Махачкала, тренируется у тренера Алиева, является победителем первенства мира по вольной борьбе. Гаджи Набиев является победителем первенства мира среди молодежи. Еще раз просим пройти на построение Бекбулатова, Муслимова, Муталимова и Джалиева, а также тренера Бекбулатова.
Счет стал 1-1 по предупреждению. Польского Горжина Биева. Дающее преимущество.